Бонжур, дорогие друзья! До Нового года остается буквально несколько часов. Я спешу вас поздравить с наступающим праздником, пожелать вам счастья, море подарков, вкусного стола и, конечно же, удовольствия от приятного времяпровождения здесь, на моем канале. А сегодня мы поговорим о новогодних игрушках. История елочных игрушек как атрибута Рождества началась в Германии в начале 17 века. Изначально украшения были довольно простыми, следовали христианской символике. Всем известная звезда на вершине елки есть не что иное, как прототип Вифлеемской звезды. Яблоки, развешанные на ветвях, символ плодов с дерева познания добра и зла. Зажженные свечи – символ ангельской чистоты. С годами наряженные елки становились традицией. Украшения усложнялись и совершенствовались. На елку стали вешать искусственные игрушки, а также сладости и орехи. Появление стеклянных игрушек связано с неурожаем яблок в Германии в 1848 году. Именно в этом году немецкие стеклодувы создали искусственные стеклянные яблоки, которые впоследствии успешно были проданы и положили начало регулярному производству елочных игрушек. В 21 веке елку стало модно украшать игрушками ручной работы. Сегодня шары шьют, вяжут, складывают из бумаги и даже из лего. Но все равно мы с особым трепетом достаем старинные шары, сохранившиеся от бабушек и прабабушек. А на Руси придумали наряжать ель женскими украшениями – стеклянными бусами. Сегодня новогодняя игрушка – это не только праздничное украшение елки, но и предмет гордости коллекционеров. Также появилась традиция преподносить необычные и дорогие елочные шары в качестве новогоднего подарка на Новый год. А на этом все, мои дорогие. Здоровья вам и увидимся уже в новом году. С Новым годом! Au revoir!